Так, это улица Летняя. А, да, вот Летняя 47. 33-я. Или Курьяновский поселок. Не знаю, как правильно назвать. Курьяновка, короче, да. Улица Летняя. Тут слева пусто. Тоже, наверное, были дома, да, когда-то? Да, были дома. Так. Здесь были дома. Лет 7-8 уже как нету. Летняя. Это какой дом? 43. Там Летняя была 41. Я не стал снимать, там люди стояли. Это, наверное, 39. Интересно, эта сторона сохранилась, да, это нет? Может, тут больше воды было? Раньше здесь дома были, я. Ну да, теперь здесь мусорка. Там дома виднеются. Так что вот такие строгие. А ты где сейчас? На Рапиде, где же еще? На Рапиде. Летняя 31, Летняя 29. Какие старые дома, это с тех времен еще конкретно. С тех времен. Вот для тех, кто мечтает жить в Европе, в такой типа как Германия. Вот. Так будет Европа под носом у тебя? Или как наши украинцы великие увидели красивую Европу. Если сами у себя перед домом не сделать эту Европу, будет вам Европа? Я не за Европу защищаюсь. Я за то, что перемена должна быть в голове сначала. И тогда будет порядок и во всем другом. Было здесь когда-то чисто, порядочно. Вот контраст, пожалуйста, посмотрите. Какая красота. Люди живут культурные. Чистенько, порядок. 21. Прекрасно. Летняя 21. Да. Вот тебе и Европа. Не нужна никакая. Все чисто и порядочно, цветочки. Что еще нужно? Так, 17. Ну это же мы дошли до магазина, да? До магазина дошли. А, вот эта улица, значит, выходит. Ну вот как раз в этом доме, в угловом, жила моя одноклассница. Здесь? Одинокова, я вспомню, по-моему, Наташа. Фамилия Одинокова? Одинокова Наташа в этом доме жила. Летняя 17. Помню. А вот магазинчик, остановка, там молитвенный дом. Так, вот. Центральная улица. Ну тут, наверное, название улицы. Центральная улица. Да, центральная. Ну вот эти как были. Вот эти вот. Вот этот грязь как было? Поездка, назад, поездка с препятствиями называется. Она и как было, так да. И есть. Я говорю, каждый по тележке уже сами бы засыпали. Не меняется. А это. А это стройка века, как? Или как дом называется? Большой проезд. Большой проезд, да? Точно. А тут стройка века, тут сколько помню в детстве себя. Тут он все время строил. И так ничего. А, еще там один долгострой. Ничего не достроил. Вот здесь еще один долгострой был. Я как приехал. Это какая улица? Тут Исааки, по-моему, жили. Это большой проезд. Это большой. А это как раз и есть большой проезд. Вот так. Значит, улицы только так идут. Все понятно. Да. Ну вот, главная дорога Поперечная. Так, это улица Средняя, это в сторону поля, значит. Угловой дом 17.
Если... Сейчас найдем. Они тебя не возьмут. Почему? А потому что ты не умеешь корову доить. Умеешь корову доить? Им надо, чтобы корову кто-то доил. Так, средняя 23. Вот Дарина умеет корову доить, Дарину продадим. Да? И меня с ней. Иди ко мне, Дарина, сядь ко мне. Дай, не нёх мне, дай делись. Ну, встал. Так. Средняя, средняя. Номер не стоит. Номера нету. Да. Не иди положи, Кера. Впереди 28. Ну, значит, слева должна быть 27. Вот 25, значит, вот это 27, наверное. А, 27, значит, следующий. Вот этот. Да. Вот, средняя 28. Значит, это 30. Вот 27. Угловой дом, да? Да. Вот она. Вот средняя 27. Тут жил Гриша Берг когда-то. Берг? Берг, да. Берг, гора? Да, гора. Ушел в армию и потом там так и жил. Сейчас пойдем к моей тете. Подожди, я еще фотографии сделаю.